Здравствуйте, дорогие единомышленники! На втором занятии в школе X я, Ишвар, буду рассказывать о том, что мысль материальна, и учить вас этим знанием пользоваться. Также покажу тренажер, который является первым ключом к раскрытию энергетики, и у всех присутствующих будет возможность испытать действие тренажера на себе. Занятия будут в четверг, 22 июля, в 20:00 по адресу улица Гудаванцева, дом 8.